Всем привет, друзья, с вами Биг Танкс, и сегодня мы записываем рубрику «Битва вооружений». Сегодня будем сравнивать вот такие вот крутые вооружения, как Фриз и Жига. Будет довольно-таки эпично, все просили об этом в комментариях, поэтому мы, естественно, будем сравнивать. Кто же победит, сегодня мы узнаем. Сегодня с нами такие вот опасные парни, которые на Фризах, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Ну чё вы, они опасные, здоровайтесь, как какие-то бабки. Я не знаю. Еле-еле не привет. Вот, короче. Сегодня мы узнаем, кто победит. В принципе, будем сражаться на такой карте, как Перекресток. У нас все здесь в конфе, кроме вот этого Лимона. Он что-то какой-то странный, отбитый немножко. Ну, ладно, он не в конфе, возможно, ему, так сказать, можно простить. Вот. Ну, а противники... Кстати, у всех М3. А почему МПК показывается, если МПК не включены? Ну, блин, долбанный баг. Вроде бы пофиксили 2 дня назад или день назад, но все равно показывается. Очень странно. Вот, и в принципе... Стоп, а у этого чувака что за ресисты у вишни? А, нет, там от Жиги Фриза нет. Вот, короче, все нормально. У всех ресисты обычные, то есть Зеро, тут пауки. Короче, от Фриза Жиги нет, поэтому все честно. М3 вооружение без МПК. И все довольно-таки честно. Поэтому сейчас проверим, кто победит. На счет 3 пишем гоу и начинаем. 1, 2, 3, го. Все, херачим. Арфлаг. Короче, кстати, фишка в том, что вот реально, многие писали, типа, победит, типа, Жига победит, но если учитывать то, что у Фриза, допустим, он больше урона наносит за секунду, чем Жига, но у Жиги есть догорание, то есть они могут поджарить нас и свалить нахрен куда-нибудь. Но мы можем воспользоваться тем, что у нас есть эффект разморозки. То есть мы можем друг друга размораживать и не давать догорать. Вот это очень круто. Поэтому мне кажется, что победят Фризы здесь. Как вы думаете, ребят? Да? Легенда, чем мы? Ара, брат. Ой, брат. Какой брат? Всем привет, я тут, я нашел. Да, вовремя ты так. Лёша, победят знаешь кто? Мы. Мы и Фризы. Но мне тоже кажется, что мы победим, потому что, во-первых, потому что мы можем размораживать, во-вторых, потому что у Фризов больше урона. Хотя, Жиги... Кстати, видишь, мы идем поровну как-то так, смотри. Вообще, смотри. Блин, у меня, кстати, залипание клавиш, поэтому буду как нубик играть. О, что тут тебе зареспило? Странно очень. О, вот он. Лёш, 18-18, алё, просыпаемся. Да-да-да, тащим. Смотри, 19-18. Ну, блин, у них тоже определенная тактика. Они могут друг друга, так сказать, полить и размораживать, чтобы они не были такими, замороженными после нас. И, в принципе, нас херачить. Не забывайте друг друга размораживать. Короче, ставки на Фриза. Ой-ой-ой, размораживай меня. Да-да-да, вот, отлично, вообще просто, Никита, супер. Блин. Вот сейчас прикольно, что Жига и Фриз, они сквозь танки не бьют. Ой, лаги. То есть сейчас... голд! Сейчас у нас голд! Центр. Наш подъем. Спокойно. Не это самое, не лезем. Да-да-да. Ай, он меня бьет! Если что, тушите меня, легенда, лимон, покемон, тушите все меня. Так, ну что, желаем удачи. Давайте мы сейчас должны еще отхватить, потому что в голдоловстве тоже посмотрим, кто победит. Фризы или Жиги? А, это Москва. Правильно, ты едешь. Москва, ну и Леша, пофиг, короче. Да, всё, смотрите, слева крыска слева. Ну блин, он сейчас будет жечь нас. И справа крыски. Они везде. Лёша, оставьте Лёшу. Падает. Лёшу оставляем. Они могут забрать сейчас. Да ладно, взял. Спасибо. Ну тут были адекватные чуваки, к примеру, наша конфа, кроме этого лимона. И еще пару чуваков с черных, они тоже так где-то... Не стреляли, в общем-то, меня так, типа, показывать. Типа, бери, чувак. Так что спасибо вам, если будете смотреть видосик. Короче, давайте по-быстренькому их захерачим, потому что 35... да ладно, мы всего лишь на 5 от... в общем-то, выигрываем. Блин. Нужно хотя бы на 10-ку, потому что, я помню, мы сравнивали Твинс и Рикошет, и... Что там еще? Гром, Смоки, поэтому... Всегда был разрыв. Отрыв был там сколько? В 10, в 20. Поэтому... Давайте тоже сделаем что-то крутое. 42 уже. Следите за это. За кило. Такс. Вот так. Потушить. Убить, потушить. Ну все, это походу изи, 45-38. Но все равно потно. Потом, кстати, ребят, мы второй раунд у нас будет, и мы поменяемся. Я перейду на сторону Жиг, и мы посмотрим. Может, у нас получится отыграться, потому что мы сравнивали, когда Гром Смоки.
были на громах, потом перешли на смоки, и мы выиграли, прикинь. Да. Ну там вообще отрыв был маленький, но все же. Эй, тушите меня! Алло, да конец. В смысле? Они у нас на базе. 49-50, давайте, короче, тушите друг друга. Ну что-то расслабились, да? А чего это вы расслабились? Ну... Сзади, метр восход. Ребят, если вы хотите видеть хорошо продолжение таких сравнений, мы будем сравнивать все пушки разные, тоже пишите, что сравнить в следующий раз, то давайте наберем на этом видосе 2000 лайков, и мы в следующий раз сравним то, что вы напишите в комментариях, вот. Поэтому свои варианты, предложения. Ой, ничья, ё-моё. О-о-о, в смысле? Да там типа четверых всех. Ребята, они у нас на базе, давайте быстрее, активнее. Они обгоняют, 58-57, давайте, гоу, сейчас через 10 уже конец. Воу-воу-воу, давайте. Туши, не забывай, Коля. В кучу, ребята, все в кучу. Вот в кучу, ребята, и тушите друг друга. Сверху. Да метро Москва, ну, стреляй. Да вообще, блин, я в шоке, я поражен. Да, давайте. Меня. Во, красавцы, вот видите, давай, мы тушим и сейчас выиграем, давайте. Сзади, Коля, нуб, Коля! Ой, блин! 66-65, пожалуйста, тушите друг друга, если вы сейчас не будете тушить. 67-65, ну блин! Тушите. 67? Да, блин! Блин, в два, просто в два вообще! Но это было, это жестко. Короче, сейчас мы поменяем, перейдем, короче, команды поменяем и уже посмотрим, кто из нас победит в следующем раунде. И, ребят, мы продолжаем, мы переоделись. Сейчас я на хоре Жиги, к нам еще Ведаль присоединился. Hello. А легенда покинул, поэтому на счет 3 давайте гоу, 1, 2, 3, гоу. Жгем их, просто херачим. Кстати, Ведаль, ты знаешь, что мы играли только что, и как думаешь, кто победил? Мы были за фризов. Как думаешь? Жиги стопудово. Да. Хотя... Мы просто тупили, мы не морозили друг друга. Фризи сильнее, если честно. Ты знаешь? Леш. Чё? Мы на 2 килла, да? Или на 1? На 2 вроде. Или на 1, или на 2, короче. На 2. Короче, ну, еще я тебе могу сказать. У меня сейчас это... Крыта шубка на все окно играет. Но она у тебя постоянно, давай. Не. А, ну ты играешь, да? Пошла. Да, загрузка. Типа. А, ну играй с загрузкой. Короче, ребята, я думаю, что мы должны здесь победить, потому что... Ну, мы же тащим. Мы победим. Да. Я если на антазиду возьму и буду сосать везде. Они все на центр, заходите там. Знаешь, что Жиги побеждали? Потому что догорание же. Так мы друг друга тушили, знаешь, как мы тащили по жести? Да? Да. Ёбич, а чё мы подсираем сейчас? А чё, ну кто у нас стоит? Алло, там, подсирай. Видишь, я же тебе говорю, что мы можем подсирать. Осторожно. Снизу. Нам нужно в толпу. И сжечь толпу, чтобы они горели толпой, понимаете? Они не будут успевать тушить друг друга. Вот. Но мы тупили, мы, короче, не тушили. Ну, короче, вот так. Снизу. Ну вот. Ну, в принципе, все реально. Можно выиграть. Мы уже на 4 килла выигрываем. Но вы видите, что по сравнению с тем, что мы сравнивали раньше, там другие сочетания. Вот Жига и Фриз это почти одинаково все. Вот реально. Ну, это зависит от карты. И, в принципе. Че этот лимончик стоит? Ну, как обычно. Вы в курсе, что вы за счет догорания тащите, он пишет. Ну, блин, я бы не сказал. Ну, смотрите, ребят, вот мой личный пример. Смотрите, я играл, наверное, где-то год назад, еще когда видос не записывал, там, короче, на М2. То есть у нас были все М2, вас по фризы, вас по жиги. Мы играли, короче, на моем мульте мастер-одиночка. И мы сравнивали. Сразу все сказали, да, жиги сейчас выиграют. Ну, хрен там, выиграли фризы с очень большим отрывом, прям вообще гигантским, там, в половину. Мы просто тушили. Просто тушили. Мы были в конфе, и мы знали, что нужно тушить, и поэтому жестко все было. Поэтому, если вы классно владеете пушкой, то, естественно, вы будете на ней тащить. Здесь, конечно же, скилл тоже решает многое. Ну и союзники, конечно. Если союзники будут нубы, которые не вертят башни, то, естественно, команда будет просирать. Вот. А вы как думаете, ребят? Эй, пассажиры, вы что молчите? Думают они. О, у них думаю минус. О том, как бы мне не бомбануть на эту игру, прям вот в этом ролике. Я просто сейчас. А что ты хотел? Ты в танке онлайн играешь, тут крит ошибки, лаги, это нормально? Да какие у нас первый сервер не работает? Так за 20 тысяч рублей голов. Нормально. Зато сравниваем хори фризы и хори жиги. Так, они все на центре. Да. Блин, за мной там сзади, спереди, вообще со всех сторон. Пустите меня, я самый жгучий тут. Кстати, ребята, после того, как мы там выиграем или победим, походу выиграем. Потому что на 6 отрыв. Вы, в общем-то, я выйду и покажу вам, что тут им пока нет, хотя показывает, что есть. Очень странно, скажите.
а что ты думал? Ты же, знаешь, пофиксили позавчера, сделали, я видел, еще раз гол, да ладно, у них слева. Пофиксили. Где? Пофиксили штуку, что отображался, я видел, я даже ставлю скрин. Вот сейчас МПК выключены, а если ты нажмешь, то они показываются. Ну? Ну, сказали, что убрали эту штуку. Я даже скрин дрелю. Мало того, еще Лол, альт просто пофиксили. Убрали и уже снова. Я тебе говорю, еще альт пофиксили. Альт. Ну. Он не работает теперь, через альт ты не можешь лагать. Ну, на это нам пофиг, на меня волнует то, что МПК показывались, вот. Так что сейчас мы... А ну, лимончик, стой. Понятно, он не хочет подсаживать. Сейчас будет эпик прыжок от Биг Танкса. Как-то. Ну. О, а, поздравляем. Фриз, кстати. В тот раз Фриз забрал, в этот раз Фриз забрал. Видишь, Фриз тащит с голдами. Мы подсираем 58 на 56, давайте. Мы подсираем, давайте, гоу, толпу жгите. Как горит мой горит пукан. А-ла-ла-лан. Давайте, жгите. 61-58, не расслабляйтесь. Ну, видите, отрыв маленький. То есть Жига все равно тащит, в принципе, больше, чем Фриз. Фриз подходит для тяжелого корпуса, чтобы выдать весь урон и сдохнуть. В принципе. Ну, для такого тяжелого корпуса я имею в виду, что какого-то, к примеру, там, Мамонта Фриз на точке на полигоне. Все, один килл. Мамонта Фриз на точке, это очень-очень-очень будет. Все, победа, изи. Есть. Вот, мы выиграли, в принципе. Ветер сделал последний килл. Сейчас я вам, ребят, кое-что покажу. Вот если зайти сейчас, в общем-то, просто в битву посмотреть, увидели, что МПК... Хотя тут выключено, видите, выключено! А, спасибо разработчикам за очень странную обнову, которую они даже не могут убрать. Вроде бы убрали, а вроде бы нет. Поэтому тоже пишите, ребят, в комментарии, что сравнить в следующий раз. Набираем 2000 лайков. Следующее сочетание будет, в общем-то, сравнение битва вооружений. Так что крутая рубрика. Поэтому все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока. Всем пока. Adios.